Материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича. Привет, друзья! Привет! Это Артемий Троицкий, 285-й выпуск «Музыки на свободе». Подписывайтесь на подкаст, слушайте программу, да и вообще слушайте «Радио Свобода». Там много всего интересного и помимо музыки. Сегодняшние наши хедлайнеры – это английские психоделические группы конца 60-х, начала 70-х годов и все из западного Лондона, района Ladbroke Grove, Notting Hill. В общем, получите удовольствие, гарантирую. А начнем с первого за 20 лет, а может и больше, альбома проекта Deutsch-Amerikanische Freundschaft, немецко-американская дружба, или DAF, знаменитая электронная группа конца 70-х, а в основном 80-х, 90-х годов. Это всегда был дуэт. Роберт Герл играл на всевозможных инструментах и занимался программированием, а Габи Дель Гадо, тоже немец, но испанского происхождения, пел. Группа из Дюссельдорфа создана была еще в 1978 году. В период 79 по 2003 год у них вышло 7 альбомов, потом дуэт развалился, а в 2020 году Габи Дель Гадо, к сожалению, умер. Но вот сейчас, вот уже в 22-м году, Роберт Герл самостоятельно записал новый альбом DAF. Называется он «Nur noch einer», «Только еще один». Поет там сам Роберт Герл, и надо сказать, что поет совсем неплохо, я бы сказал, абсолютно адекватная там вокальная партия, хотя тот номер, который я вам хотел бы предложить, в общем-то, там, как вокалиста, его оценить невозможно, поскольку там присутствует только смех. Но номер очень забавный, и я никак не мог обойти его вниманием. Называется эта миниатюрка «Erste DAF-Probe», первый DAF-образец. Роберт Герл, который теперь единственный немецко-американский друг
и новый альбом этого легендарного проекта «Nur noch einer». Теперь у нас новая артистка, всего-навсего второй альбом у нее. Зовут ее Эмма Деннер, псевдоним «Red Ribbon», «Красная ленточка». Она из Лос-Анджелеса. Ну и надо сказать, что очень интересная девушка, понравилась она мне. Слушаем песню «Way». «Red Ribbon», она же Эмма Деннер, альбом «Планета X». Теперь немножко музыки из Ирана. Как правило, то, что мы до сих пор иранского слышали в нашей программе, это были в основном какие-то иммигранты из Ирана, которые осели в основном в Скандинавии и в некоторых других странах тоже и довольно активно работают. И это почти исключительно женщины, поскольку иранская власть запрещает женщинам заниматься музыкой. Или же какие-то, естественно, в свое время часто у меня звучали записи 60-х, 70-х годов, шахский Иран, где был очень даже неплохой рок-н-ролл, музыка «Е-Е» и так далее. Но вот сейчас вот редкий случай, когда вышел альбом современной, актуальной иранской музыки.
называется «This is Tehran», это Тегеран, причем название в скобках и с вопросительным знаком, то есть я так понимаю, что музыка эта в достаточной степени подпольная. Вышел, кстати, этот сборник в Германии, ну и послушаем сейчас с него два трека. Сначала «Хушьяр Хайям» и «Бамдат Мшар», песня под названием «Чар». Хушьяр Хайям, приятно слышать фамилию Хайям в современном контексте, и Бамдат Мшар Чар с альбомом «This is Tehran». И еще одна вещица, опять же, в мужском исполнении, «Пепедрам Бабае», etc.
Драмбабая «Эцетера» — трек с альбома актуальной тегеранской музыки «This is Tehran». Теперь актуальная датская музыка — квинтет «Юне» из города Архуса. Очень, надо сказать, любопытные ребята, своеобразные, со своим подходом. Дебютный альбом их называется «Агог». И слушаем песню «Gold». Датского Архуса квинтет
альтернативной под названием «Юна», их дебютный альбом «Агог». Ну, а теперь, собственно говоря, наши хедлайнеры невероятного обаяния. Вышел такой бокс на лейбле Grapefruit с тремя дисками. Называется он Deviation Street High Times in Ladbroke Grove 1967-1975. То есть улица отклонений, веселые времена на Ladbroke Grove 67-75. Ladbroke Grove — это район в таком среднезападном Лондоне, чуть севернее, северо-западнее, я бы сказал, от Ноттинг-Хилл. Но, в принципе, это один район. Ноттинг-Хилл, Портабелло Роуд, Ледброк Гроув. Это мой, кстати говоря, любимый район в Лондоне. Я много раз там жил, и на Ноттинг-Хилле, и, собственно, прямо непосредственно через дорогу от станции метро Ледброк Гроув. Всегда это был район очень богемный, очень веселый, хиповый, порочный и так далее. Но не коммерчески порочный, как Сохо, а так вот, экзистенциально порочный. Сейчас, конечно, он сильно изменился, он стал намного богаче, престижнее, и, в общем-то, та публика, которая составила его репутацию когда-то, в частности, в 60-е, 70-е, 80-е годы, она уже оттуда съехала. Но, тем не менее, послушал я этот сборник, и я понял, что там слишком много замечательной музыки потрясающих артистов, чтобы уместить его в один наш разворот. Поэтому сегодня мы познакомимся только с первым диском этого сборника, который называется «Breezing Down Portobello Road». Весело спускаемся по Portobello Road, и сразу песня «Notting Hill Gate» в исполнении довольно известной английской психоделической группы «Quintessence». Ну, на самом деле, группа такая же английская, как и австралийская, в ней два австралийца хипаря, ну и остальные англичане. В январе 70-го года у них вышел дебютный альбом на легендарной фирме Island Records, назывался «In a Blissful Company», «В блаженной компании», и с него песня «Notting Hill Gate». Things look great in Notting Hill Gate. They
Quintessence – квинтэссенциальная британская хиповая группа, песня «Notting Hill Gate». Поехали дальше. В общем-то, конечно, сцена вся эта была весьма маскулинной, то есть девушки были очень важны для хиповой общины английской, равно как и всей прочей, но в основном девушки выполняли роль подруг, боевых подруг, группист так называемых и так далее. Артисток было не так много. Ну, кого вы можете поставить, скажем, рядом с Дженис Джоплин? Ну, разве что Грейс Слик. А захотите вспомнить кого-то третьего в знаменитом американском психоделическом роке? Вот я думаю, это займет у вас довольно много времени. В Англии было примерно то же самое. Редким исключением была певица Кэрол Граймс и ее группа Delivery. Они записали один единственный альбом под названием «Fool's Meeting» — «Встреча дураков». Он вышел в ноябре 70-го года, после чего в 71-м году Кэрол Граймс ушла из группы, и проект закончился. Слушаем песню «Blind to your light» — «Слепа к твоему свету». I
Кэрол Граймс и Delivery Blind to Your Light. Поехали дальше. Группа Tomorrow. Опять же, из тех краев прославилась группа, естественно, песни My White Bicycle, мой белый велик, психоделическим гимном. Вообще, она записала один единственный альбом, который так и назывался Tomorrow. И с него мы послушаем песню «Hallucination», «Галлюцинация». Ну, а потом я еще пару слов об этой группе расскажу. Light in the sky, clouds passing by, top of my window. The sun isn't shining, gets in my eyes. Must be a rainbow. There's a color in you called surprise. It's a deep shade of you in disguise. Rainbow. Every morning. Sometimes at night, the circle of light shines on my pillow. Colors just creep and dance through my window. There's a color in you called surprise. It's a deep shade of you in disguise. Rainbow. Every morning. Light in the sky, clouds passing by, top of my window. The sun isn't shining, gets in my eyes, must be a rainbow. There's a color in you called surprise. It's a deep shade of you in disguise. Rainbow. Группа Tomorrow, песня Hallucinations, их единственного альбома. Интересна эта группа в первую очередь, наверное, тем, что гитаристом там служил некто Стив Хоув, ну, естественно, в будущем гитарист группы Yes. Ну и другие там были известные люди, легендарный хиповый барабанщик Twink, Кит Уэст, вокалист и так далее. Но поехали дальше. Если про Tomorrow благодаря Yes в основном народ еще помнит, то артиста по имени Сэм Гапал забыли уже давно и крепко. А тем не менее был такой экзотический парень. Он, вообще говоря, родился в Малайзии.
но переехал в Англию давно, играл на табле, пел, сочинял песни, и очень даже неплохие. Сэм Гопал выпустил единственный альбом в январе 69 года. Он вышел, и назывался этот альбом «Escalator», «Подъемник», и слушаем с него песню «Cold Embrace», «Холодное объятие». Сэм Гопал «Холодное объятие» с альбома «Escalator» 69 года. Кстати, тоже один довольно интересный человек был в группе Сэма Гопала. Впоследствии прославился в группе «Hawkwind», ну и в некоторых других коллективах. А кличка у него была «Лэмми». Ну и, наконец, самая, может быть, то, что называется «Emblematic», самая типичная группа того периода и из этого самого «Нейборхуда». Это «Эдгар Броутон Бэнд», во главе, естественно, с Эдгаром Броутоном. Самая дикая, волосатая, радикальная группа. Они вообще откуда-то из «Мидлендс», по-моему, из «Бирмингема», но переехали на Ноттинг-Хилл в 68 году. В апреле 70 года вышел их первый альбом, а до этого вышел сингл «Out, Demons Out», «Прочь, демоны, прочь». Вышел он на новом лейбле под названием «Harvest». Естественно, всем меломанам это очень много что говорит. Напомню только, что все Pink Floyd'ы, начиная, по-моему, с третьего или четвертого альбома, выходили именно на «Harvest». И это был первый хитовый сингл вообще на лейбле «Harvest».
«Прочь, демоны, прочь» — это был популярный гимн, который исполняли тысячи хипарей хором, и под демонами имелись в виду, ну, все такие настоящие демоны, это милитаристы, всякая сволочь там эти, националисты, реваншисты, империалисты, капиталисты и так далее. И это был своего рода ритуал изгнания этих самых демонов. Но, к сожалению, как мы знаем, демоны вернулись. Эдгар Броутен Бэнд, «Out, Demons Out», первый сингл, апрель 1970 года. К альбому о сцене Ladbroke Grove и Notting Hill мы вернемся в следующей программе. Так что не огорчайтесь, еще послушаем эту прекрасную психоделическую музыку. Ну а теперь музыка новая, «Сив Диса». Сив Дис очень интересная девушка, она, вообще говоря, из Нью-Йорка, но перебралась жить в Исландию. И там недавно вышел ее дебютный альбом, называется «Dream House», «Дом сна». Слушаем песню «Painted Ceiling» — «Раскрашенный потолок». Chicken.
Да, психоделика живет и процветает. Американка, прописанная нынче в Исландии, Сив Диса, ее дебютный альбом «Dream House». Ну и завершу я сегодняшнюю программу выступлением Франсуа and the Atlas Mountains. Ну, это довольно известная французская группа, к психоделизму не имеет никакого отношения, это инди-поп в чистом виде. Франсуа, фамилия его Мари, хоть и француз и поет исключительно по-французски, но живет в английском Бристоле. Вышел у него уже 7-й альбом, спродюсировал его, кстати, известный финн Яко Кальви. Называется альбом «Банан Блю», «Голубой банан». И слушаем с него песню «Турнео Тур». На этом я вас покидаю. Покидаю ненадолго, всего-навсего на одну неделю. Это Артемий Троицкий, программа и подкаст «Музыка на свободе». Слушайте «Радио Свобода». Всем счастливо. C'est étrange, même en plein jour, je ne retrouve pas le chemin. Je nous vois faire des détours, tu déjoues mes tours, ça ne fait rien. Tu ne perds rien pour attendre, silence, absence, demain. Je ne perds rien en retour, construis la tour qui de loin te surveille et j'y séjourne, joue la distance, prince malin. Te ferait croire que se détourne l'histoire vers d'autres lointains. Irait faire luire mes atouts aux reines aux chairs de Satan. Reviendrait croiser le fer de ton cœur de chienne au besoin. Même la cour. Au désir sans frein. Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев. Существует в Америке тенденция не видеть дальше, чем собственное благополучие. Но в ситуации с Украиной я не думаю, что этот сентимент будет превалировать. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин. Салам алейкум! Здравствуйте! У микрофона Майбек Вачигаев. И я представляю вашему вниманию подкаст «Хроника Кавказа».
Вместе с моими гостями, учеными и политиками, я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с Северным Кавказом. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.